Ну, у меня есть такое подозрение, что эти господа, у них творческий кризис, наверное. И они решили поехать за туманом вот туда подальше. Потом приедут, книжку напишут, заодно окупят, так сказать, дорогу. Вот. Ну, а муж как-нибудь здесь без новых идей, без новых дорог, что-нибудь старое почитает. Ну, тоже немножко про дорогу. Долгие сны, автобусы, полустанки, поезда в тупиках, пустые глазницы вагонов. Скоро ли приедем, спрашивает попутчик. Надо бы вспомнить куда, а когда не важно. Ветер треплет головы и афиши, гудок паровоза под иглой музейного патефона. Отстал, сигнальный фонарь считает дымки, чьи-то голоса, оглянулся, на площади пуст, стучусь в привокзальный киоск, не открывая. Кто-то подходит, ёргает за рукав, падает, просыпаюсь, утро петлей на шее. Хватит, наверное, одного. Жидкие аплодисменты. Ну их немного там. Нет, там народу много. Полнаселенный город. Да, что идет. Так, мне слово, тогда я прошу.